Всем привет. Вот, мы приехали в Сеул, в Корею. Вот уже не первый раз у меня, но в этом году как бы я приехал не один. Я приехал с друзьями и с моим дочерью. Всем привет. Вот, она очень хорошо, долго, упорно училась весь год, то есть получила хорошие оценки. Вот, и награду она позвоняет. За это я ее взял с собой. Вот, ну что могу сказать? Счастье полное, что ли? Сейчас мы находимся в аэропорту Инчхон. Вот, вернее, уже сели в поезд. Как бы вариантов несколько добраться до Сеула. Вот, это самый дорогой такси, это можно и на автобусе, вот, и скоростным поездом. Вот, с пересадкой практически на любой станции, то есть он идет от станции Инчхон до станции Сеул. Вот, но мы выйдем пораньше на станции Гуандок. Там нужно будет нам пересесть на свою фиолетовую ветку метро, вот, и поедем, как говорится, уже заселяться в гостиницу. Вот. В принципе, все как обычно. Сеул встретил жарой. То есть сразу при выходе из самолета по трапу сразу же. То есть жара. Вот. Поэтому мы сейчас сидим в поезде, здесь хорошо и прохладно. Ну вот мы и двинулись. Поезд катится. Чук-чук. А Корея, как говорится, та же. Ничего не меняется. А здесь это из чайники. Знаешь, когда приливы водой заполняются. Здесь побережье же рядом. Ну вот, мы в принципе добрались. К сожалению, я покажу гостиницу, которую мы выбрали позже. Цена, в принципе, нормальная, порядка 3000 рублей в сутки. Но реально вам скажу, как бы номер, ну, он того стоит, в принципе. То есть здесь получается две кровати. Одна из них большого размера, изрядно большого, и одна маленькая. Да, то есть комната, в принципе, не маленькая. Вот, есть куда чего повешать, есть куда чего пойти, соответственно, санузел с ванной. Как интересно. Вот, примерно где-то так. Холодильник, ну да, обязательно, то есть набор халаты, полотенца, мини-бар с холодильником. Гостиница новая, могу сказать, ей всего 3 года, как ее построили. То есть здесь, как говорится, все свежо. Вот, ну вот, надо на улице жарко помыться. Да пойдем поужинаем, что ли. А, ну вот, мы уже, как говорится, по улицам Сеула бродим. Вот, сейчас поужинали, зашли. То есть стандартную корейскую еду. Вот, а здесь у нас находится гостиница, в которой мы проживаем. То есть гостиница класс, я бы сказал, ну очень замечательная. То есть, изнутри я вам уже показал, то есть визуально она выглядит вот так. Что самое интересное, здесь во дворе, прям напротив гостиницы, есть детский парк небольшой. Вот, и то, что я вам сейчас покажу, как бы, я не знаю, у нас просто так на улице такое не найдешь. Не найдешь совсем. То есть, смотрите, дети прыгают, играют, скачут. И тут же бассейн небольшой. Вода льется, бегают, прыгают, ползают, лазят. Короче, доча хочет туда. Ага, доча точно хочет. Да. Я знаю, Лили. Вот, мы тут гуляем, решили вечером, время уже за 11 часов. Вернее, около 11. Ищем местечко, куда можно забуриться. А вот.
Да тут много чего. Вау. А эти булочки китайские с начинкой. А там с чем угодно может попасться. И с мясом. В основном с мясом они делают их. Причем разные. Вот, мы же здесь были, банк. Да, банк Шенген, это да, Инхен, вернее. Не, а мы круг просто там дали, сделали. А, если честно, вот Корея, она очень сильно похожа на Японию. Особенно, говорю, по архитектуре, по строению, по улицам. Ну, если убрать иероглифы, поменять на японский и обратно, то... Хюндай, это красавчик. Да, тут знаешь их сколько? У меня тоже же Хюндай, Солярис. Брата две Киа, поэтому он говорит, ты не поедешь на завод Киа или Хюндай? Чего-нибудь, говорит, прикупить? Единственное, здесь у них с местом как-то, по-моему, поширше получается. Ну, видишь, опять же, плотная тоже парковка. Один под один. Куда? Куда? Да мы вот ходим, смотрим, высматриваем. Что-нибудь, может, куда-нибудь интересно найдем. Вот. Как бы устали очень сильно после дороги, завалились спать, кое-как проснулись. Вот, время сейчас уже почти 11. Решили выпереться на улицу. Вот, погулять маленько. Найти какую-нибудь забегаловку, такое что-нибудь интересное. Пожевать, может, посидеть. Вот. А что ты ничего не понимаешь? А зачем ты карту взяла? Не я, не Google тебе в помощь. Ладно, пойдем дальше. Юный путешественник. Довольный я, как паук. Это, ну, слушай. Мы, короче, забрели, как можете видеть, ресторанчик. Все-таки наконец-то пришли. Да. То есть, знаете, как обычно, люди пробуют, распробуют. На вкус входят. Корейская еда — это что-то. Вот. Вот, короче, мы закончили. Ну, как обычно. Корейская еда — это не, ой, извини, нечто такое офигенное. Вот, все довольны, как говорится, все сыты. О. Осьминожки. Но это, как говорится, это здесь тоже мясная это. А это, слушай, типа морских огурцов. А я даже, слушай, такой впервые вижу. Рапаны. Вот эти вот, вот. Рапаны. Устрицы. А внизу эти, видал, какие штучки прикольные тоже. Осьминоги молодые. Тогда пойдем. Вот. Уже планируем, что на завтра. Куда пойти, может быть, даже в гостиницу. Потому что уже время поздно, надо все-таки отдохнуть. Вот. О, Господи.